Всем привет. Привет. Я в Хайсен, все равно там никого не упадет. Я в Хайсен, все равно там никого не упадет, и там зона будет стопадать. Здорово. Здорово. Че, Хайсен ты хочешь? Да-да-да. Там зона будет, там уже никого не будет, все равно. Только слишком. Надо рисковать. Давай, рискнем. Здорово, парни. Здорово. Здорово. Метку берите сразу. Угу, я потом уберу метку. Я убрал пока что метку. Мы можем ей дали. Я все прослушал, что он говорил. Ты мог это сказать до того, как мы прыгнем? Да-да, летим. Какого хера, блядь, 13-летний управляет мужиками взрослыми, я не понял. Мы одни туда летим. Все, все, я поворачиваю. Ангары. Го, давайте в ангар. Какие ангары? Го вон сюда, блин, в этот кемп. Не знаю. Нет, я могу. Блин, капец. Кому скажешь, не поверить, да? Ну да, забавно. Двое, короче, на Хасене. Не, не надо. О-о-о. Как ты высадил, а? Можешь забрать, а хотя Хасенда, не знаю, короче. У тебя еще уксовка есть? Да, у меня тройки, четверки, М24 и СЛР. Охуя себя. Блин, тут-то чё, где, типа, они, наверное, залутались и уехали вот эти. Которые... Чё у тебя за пушки? Мини? Тебе СЛР надо, нет? Мне надо. Я б на мини поменял. Скорее всего, да. А у тебя что такое? О, дай мне какую-нибудь пушку. Любой, похер. У меня берил и СВ. Только мне нужно очень сильно патроны. 40 на 0 и 10 на 0. Прикольный скар. Только я такой не успел купить. Чё-то мы фигней занимаемся, пойдём куда-нибудь. Да малой, блин, прикололся над нами, капец. Буги Кассиен. Вон чел бежит за деревом. Ах, пидор. Сюда ползи. Нок одного за камнем, который вблизи был. А где нокнутый? Или он вытек? Нокнутый вытек. Этот за камнем здесь. Надо, 310. Попал пару. Сразу сдох? Всё, да, да. Я не знаю, кто по мне стреляет, издалека откуда. Семерка, ставьте, у меня нету права. Семерки нужны. 11. Прикольный голос, я родился. Да не, нормально, чё, вообще, капец. Это чисто... Это мой. Задерживай. Мультик. Дайте семерку. Ну чего семерки все забрали? Да подойди ко мне, я тебе скину. Домах на 195. Ладно, я не вижу. Так, по-моему, здесь стреляли, да, двушка белая, по-моему. Которая самая дальняя. Не, у меня стопудово. Тише, пацаны, гранату ему. С другой еще. В машине там. Другой еще на в белой. Че он одиночный? Их двое, получается? Один-один. Помоги. Убил. Второй. Все, да второй, ты помоги, не бойся. Не бойся. Да я не очкую. Где он, ты инфу-то дай. Здесь, где он в доме? Да в каком, их тут два. В правом, в левом. Что здесь его? А, вы убили его, что ли? Просто командир. Не, ну что, хорош. По натуре, нормально говорит. Ты не очкуй. Короче, ты там еще одного убил? Я нет, никого не убивал. Я только тебя поднял ногу. И вот. Машина есть. И мопед. Они здесь остановились. Понял. Только не ко мне, едьте, плиз. Я тут нормально, они обо мне не знают. Все, тормози. Оу.
мотоцикл едет. Второй, не спеши. Один здесь. Нокнул одного. Инфу. Вторая дальше. На 95. Хорошо. Его нокнул, да? О, вообще вдруг. Или нет? Грин, не иди, второе закину. Ну чего забирать? Ну чего не забрали, а? Ну чего, ну ё-моё. Чего происходит вообще? Да хрен его знает. Ну, ну хорошо. Челик. Где? У нас на соль. Тут челик у нас. Нифига ты даешь. Ты восьмерка, что ли? Ага. Она 35 далеки, он по мне стоит. Понятно. Вон наверху этих заберем, типов. Ну, но мы, в принципе, в зоне, вот здесь нормально будет позишка. По мне стреляют. Да, да, сбоку который. За горы где-то. Норкнул его на горе. Ты чё, за щитами играешь? Угу. А ты чё, без? Да, без, я честно. На ютубе с щитами играет. С щитами плохо. С щитами играть это плохо. Почему плохо? А что плохого? Нужно играть честно. Да? Так я честно с читами играю. Я же говорю, да? Я же тебе говорю, что честно же. Что, нельзя, да, с читами играть? Да, нельзя. Выключайте, ребята. Нам запретили. Ага, вижу челика. Ух мой. Жёсткий. Это... Дэвил, да ты крут. А ты крут. А ты не так уж и прост. Без читов. Без читов тогда, капец. Да, так без читов. Нам обратно, конечно, надо и... Ты без читов играешь, реально? Да. Меня. С другой стороны еще. Надо играть с читами. Да. Командир, разрешите поиграть с читами. Не, издали как кто-то работает. Очень плохо работает. Не зарабатывает. Ребят, тут здесь моцик и этот... Го, короче, такой, ребят, да, нам надо сюда на меточку как-то пройти. Нам надо каким-то макаром оказаться, знаете где? Вот на моей метке, на второй. Это сейчас идеальная позиция будет. Хотите выиграть? Го, прям сейчас. А, подождите, стоп, чё это я? Я ж не командир. Четвертый, давай рули, блин. На ПК начали. Есть смоки? Ух. Капец, 4. Сшибай. Нормально освоил болтовки. Да где этот зум попал? Ну круто, по горам. 715 метров, нормально. Как ты это понял? Ну, мне килл пришел, там же метры указываются. А, точно. Я думал, читы. Ладя, ведем зону с нами. Ну и это тоже. Не спешите, не спешите, пацаны. Просто считают, а мы будем сидеть. Не поднимемся. Давай четвертый, рули. Подождите, первый, ты какого хрена первый бежишь? У нас четвертый должен первый бежать. Все, извиняюсь. Пропусти капитана вперед. Ждем, короче. Ждем капитана нахуй. Все, веди четвертый. Четвертый, какие указания будут? Бежите просто за мной. Первый, то куда вперед полез? Все, вот, походи. Че, на губу сейчас захотел? Сейчас на выстрел пойдешь к немцам. На губу уедешь. Ты же мне тут, скажи, демократия, да?
Он на расстрел отправляет, какая губана. Даже так? Охренеть. Командир, разрешите обратиться? Кто? Здесь были враги, командир. Понял. По-моему, здесь бегать должен. Впереди. Одного ног. Второй каленый. Убит. Хорош. Ну, командир не может быть. Манда, куда впереди пошла? Сори, сори. Го закрывать тех людей. Пошла, главное. Бля, охренеть. Куда пошла, говорит. Пошла. Мне еще вопросы будете задавать? Ой, уйди второй, пожалуйста, уйди. Граната. Уйди. А, нормально. Эй, еще одна граната, стой. Да what the fuck, хорош. Там где-то дальше. Вот здесь, го за мной. Вот справа гроза. Бля, сзади, сзади, сзади. Сверху, сзади, сверху, сзади, сверху, вот здесь. Первый, смог, ползи. Я к нему захожу. Смотри, сука, первый. Больно же, блядь. Отвернись. Все, ласт, я знаю где. На 85. Ласт. Нифига. Спасибо, капитан, за игру большое. Не за что. Спасибо.